Рада вас приветствовать, друзья, на вечернем эфире. Мы сегодня смотрим с вами два полуфинала турнира под названием BTS EU Cup. Одним из матчей, одним из полуфиналов сегодня будут участвовать ребята из Fantastic Five 2015 Logic Gaming. Ну а первый полуфинал у нас будет супер крутой. Я вот писал в Твиттере, что это, возможно, последнее очень классное противостояние двух СНГ команд. Na'Vi против Vega Squadron в формате Best of 3. Матч будет начинаться прямо сейчас. Комментировать сегодня два полуфинала для вас будут Адекват и Майлшторм. Вов, ты здесь? Привет тебе. Да, я здесь. Я надеюсь, меня слышно хорошо. Должно быть, да. Ты настроен. Да, все хорошо. Отлично. Просто я немножко тут запутался в своих микрофонах. Рад всех приветствовать на нашей трансляции. У нас матч огонь просто. Я уже вчера, на самом деле, подбросил немного дров в топку. Хотя, мне кажется, в принципе, топка и так раскалена до предела, когда играют между собой такие коллективы, как Vega и Na'Vi. Но будет очень интересно посмотреть. Сразу хочу сказать, что по вчерашним играм я считаю явными фаворитами здесь Na'Vi. Они вчера смотрелись очень круто. Вот, а у Vega какие-то приключения. Но Vega отдали Чена, поэтому вся эта аналитика может идти лесом. Vega с Ченом играют очень сильно. Это да, да, но я пока тем временем не показываю пики, я показываю сетку, чтобы вы видели, дорогие друзья, собственно, что у нас происходит. Fantastic Five NLG, естественно, Na'Vi, Vega Squadron, то, о чем мы говорили. Два полуфинала сегодня, финал будет играться завтра. Тут, я думаю, более-менее все увидели. Ну и давайте перемещаться, собственно, к первому, первой карте, к драфту. И да, вот тут Вова сказал, что Чен действительно на ФП появляется у Vega Squadron. Na'Vi добирают себе Зевса и Сумкинга. Зевс на первой стадии драфта. Как тебе вообще такое? Да, вчера у нас уже был Зевс, и, в общем-то, неоднократно, и с переменным успехом он отыграл. По-моему, вчера Vega сами играли с Зевсом, если я не ошибаюсь. Что касается Na'Vi, вот я сейчас открываю посмотреть, был ли у них Зевс. Нет, у них Зевса вроде как не было. Но Vega играли с Зевсом очень прилично, то есть он реально хорош был в этом патче, во всяком случае. Он стоял против Пака и просто разбивал ему лицо своими молниями. Также вчера у нас был Сенкинг от Санейка, и Сенкинг, саппорт Сенкинг, который, в общем-то, ничего там особого не фармил, где-то минутик 10-й топ-2 по нетворсу стал за счет пары удачных врывов. И, в общем-то, ну, Na'Vi смотрели сильно, и как раз-таки против такого героя, как Чен, на появление Аганима и Эншентов Сенкинг заходит очень хорошо. Если он нафармит себе артефакты, он с эпицентра может взрывать всех крипов и все, что там вообще только есть. Так что здесь пока что выбор смотрится неплохо. Да, с теми АОЕшками и с тем рейнджом стана, конечно, против каких-то сумонов, Сенкинг против Чена будет смотреться не очень круто. Ну и плюс ко всему мы видим с вами, что и Сенкинг, и Зевс, это два героя с отличнейшим магическим прокастом, причем в большом АОЕ. И замес 5 на 5, конечно, для Na'Vi будет очень-очень неплохо смотреться. У Веги же, вот видим, появляется к Чену еще Queen of Pain. Соответственно, тоже герой для того, чтобы хорошо отстоять линию. Плюс ко всему на драку тоже пойдет. Ну вот, интересная часть, это вторая стадия драфта. Сегодня, кстати говоря, если я не ошибаюсь, стендинов никаких не будет. Вроде бы обе команды своим полным составом катают. Хотя да, судя по всему. И никнеймы, да, немножечко изменены. Но, думаю, ничего страшного, мы разберемся, кто из кто по ходу дела. И еще один герой, который, первое, очень хорош против пушев, против ченов, вот этого массового подхила. И второй, конечно же, на драку 5 на 5. Эндж Топоришин от Na'Vi, третьим пиком. Да, это аппарат. Так, у нас пока идут пики. Наверное, нам нужно будет перезвонить, потому что у меня микрофон сходит с ума. Буквально через минутку я тебе наберу. Давай, давай, хорошо. Не проблема. Клокверк тем временем... Боже, мне тут Майлшторм смущает немножечко своими дисконнектами. Ладно, Клокверк появляется в пике у Vega Squadron, героем третьим, собственно, это будет оффлейн персонаж. Ну, особо ребята пока мы видим и не пытаются как-то какие-то майндгеймс устроить, да, они показывают всех своих героев сразу же, как только появляется как бы возможность, то есть появился Чен, тут же ответили аппаратом каким-то, Сенкингом, в общем-то, Vega открыли еще одного своего кора, это Клокверка. Ну, пока все идет, в принципе, неплохо. Опять же, за счет того, что герои гиперактивные и не особо сильно жадные у Na'Vi, пик мне их нравится немножечко побольше, все же. Ну, с другой стороны, опять же, для Веги это Чен, один из сигнатурных их героев, для Солочи, конечно же. И ЕС еще появляется у Na'Vi, ну, боги, боже, какой у них мощный пик выходит.
только за счет того, что у них на... Ну, нюки. Вот всегда даже это и в папочках тоже работает, и в профессиональной дотасцене. Чем проще у вас пик, тем лучше. Вот у Na'Vi пик действительно очень простой. То есть у вас на линиях все хорошо, потому что огромное количество станов есть. У вас ауешки, которыми, в принципе, довольно сложно промазать все же. И все, что вам нужно, фармить какие-то блинки, то есть первый артефакт, и врываться в войну. Так, ну, да, вроде как перестал сходить с ума мой микрофон. Вернее, замечательно. Возвращение. Да, и рад вернуться. И, собственно, что мы видим? Мы здесь видим тем временем еще одного героя под комбинацию, под такую взрывную. Уже у нас есть Operation Shaker и... Сэн Кинг, и еще и Зевс, очень такой суровый прокаст магический. Вот, конечно, БКБ здесь решает массу вопросов для Веги, но пока его нет, очень тяжко. Но немножко странно то, что под Клокверка вот этого Шейкера взяли, то есть Клокверк, конечно, очень ему мешает, но с другой стороны, почему бы и нет. Ну, типа, да, то есть, действительно, ты абсолютно прав, то, что нужны и БКБшки, нужны, возможно, будет и пайп, Клокверку нужно будет какой-то блейдмейл, все то, что позволит как-то либо повысить свою сопротивляемость магическому прокасту, либо его переживать, не чувствовать и игнорировать, либо впитывать в себя урон, но при этом отражать этот самый урон противнику. То есть, вариантов игры, в принципе, у Вега Сквадрон много. Ну, по идее, что? Нам нужен такой керри, который бы не особо страдал от этих вот нюков, либо имел встроенное БКБ, либо это БКБ собирал. Ага, пока добирают Тускара вообще. И это, судя по всему, у нас какой-то суппорт Тускар будет. Да, то есть Клопа в мид, Клокверк сложная. Ну да, тут вряд ли он какую-то другую роль будет выполнять. Ну вот такой вот герои-инициаторы заезжают в Веге. У них уже есть чем. Будут цеплять за счет Тусика, Клокверка. С Квапой вместе как-то гангать, ну и пушить ТВРа потихонечку. Хотя, конечно, наличие Operation это уже хорошо. Удивительно, что его в бан не отправили. Ну да. Как бы была возможность даже во второй, даже не в первой стадии, а во второй это сделать. Вчера мы уже видели, как страдает все-таки герои, такой как Чен от Operation временами. Особенно пуш вот этот. С другой стороны, риск определенный тоже есть, потому что Operation надо дать 6-й левел, потом он обязательно должен ультой попасть, и если он ей промазал, то ты рискуешь там отдать очень-очень многое. Ну вот об этом как раз и говорил, что в принципе не особо сложно-то этими ультимейтами попадать, теми, что есть у Na'Vi, да, вот этими ауешными прокастами. А, с другой стороны, абсолютно полностью с тобой согласен, то, что, как, ну, как по первому правилу доты, да, ты берешь Чена, ты берешь Дазла и старайся запанить кого-то инштопорейшн, потому что ваша стратегия может просто-напросто поломаться. И Вега Сквадрон, судя по всему, сознательно отдали этого аппарата, и придется против него как-то воевать. Ну, а что касается получения 6-го уровня, здесь, да, немножко аппарат жаден в плане получения левела, причем скорейшего получения, и где-то ему, судя по всему, нужно будет высвободить одну из линий, ну, возможно, легкую. Ну, сейчас мы узнаем, кто ему будет высвобождать эту линию, скорее всего, потому что Na'Vi остается такой самый важный пик, пожалуй, это кэрри. Ну, смотри, можно добрать еще одного нюкера и просто 5 нюков идти сразу же ломать эту игру, выигрывать линии свои, убивать противника, не давать им собрать БКБшки, пайпы, ну, прочее. Мне кажется, нюков хватает. Вот идеально заходил, конечно, антимаг. Ну, может быть, не прямо идеально, но если бы он успел расфармиться, а скорее всего свой БФ там он бы успел нафармить, его останавливать было бы нечем. Но Na'Vi решают по-другому, и у нас глобальная стратегия будет со спектрой. Очень жадный, конечно, пик получился. Это и Сэн Кинг, которому надо фармить и аппарат, и спектра. Но если Na'Vi свою нафармит, тут у Веги, конечно, шансов не так много. Слишком сильные герои. Но я бы поставил пока что на Вегу, вне зависимости от того, что они сейчас последним пиком заберут себе. Ну вот нужен какой-то керри, который совладает с этими прокастами, плюс ко всему сможет сопротивляться против спектры, давать ей бой. Ну, у нас есть какие-то стандартные, да, гирокоптеры, что там еще? Ну, из того, что очень часто появляется. Ну, вот Гира, наверное, да, самый популярный. И он, собственно говоря, приходит в пик Вега Сквадрон. Ну, особо не стали экспериментировать, что это такое новое придумывать Вега. Был доступен Гирыч, они его и забрали, собственно. Why not? Да, хороший выбор здесь как раз-таки против такого жадного лайнапа. Гирокоптер будет его наказывать довольно-таки серьезно. Так, слушай, тут сказали, что ты прям очень громко ворвался. Ты да, давай я тогда не буду себя менять. Сделай меня сам потише. Угу. Не, я не усилял. Просто, ну как бы мне тяжело сказать, усилял я или нет, потому что до этого у меня почему-то он сам начинает иногда регулировать громкость. И это лечится только вот таким вот перезвоном. Вот, ребят, простите, техника
она иногда подводит. Бывает. Такое, да, ничего страшного, я тебя немножечко уменьшил. Вот с этого момента, как только я это сказал, ребят, дайте фидбэк свой, пожалуйста, напишите куда-то в Твиттере, насколько разный у нас уровень громкости, смайлом, что нужно фиксить, кого поправить, кого уменьшить. Дайте нам, пожалуйста, информацию. А тем временем мы смотрим с вами за тем, кто кого разбирает. Давайте смотреть. Так, что мы видим? Окей, Сёма суппорт Тускара-то понятно. Чарлис Вейн, то, судя по всему, у нас соло на Чене. Ну, Ван сыграет на Queen of Pain в миду. Фармить будет гений Пуша на Керакоптере. Паша гений Пуша. Это Паша, да, гений Пуша. Хорошо, я с ним, я его понял. Тихо, без рука, это у нас товарищ Мак. Ну, да, Паша вчера с никнеймом я гений Пуша закончил игру на Ликане. Матч на Ликане, довольно-таки уверенной победой, поэтому получилось здорово. Ну и команда Na'Vi. Насколько я понимаю, Ахмо у нас будет играть на Шейкере в хардлинии, Артстайл на Апарейшене, Санейк будет играть на Сенкинге, Дэнди на Зевсе и Дитяра на Спик 3. Вот такой вот у них получается лайнап. На самом деле, с одной стороны, конечно, лайнап жадный, но вот на легкую линию прийти к ним как-то нагло тяжело, потому что... Ну, Сенкинг с поднятием там какого-то своего левела может подстанить, а Спектра с Дизолейтом и Operation с Chilling Touch'ем тебе довольно-таки быстро могут и объяснить с руки, что наглеть не стоит. Ну и в принципе, Вега выбирают вот такую вот модель игры, довольно-таки правильную, на мой взгляд. Они просто будут фармить со своим ченом, потихонечку набирать свою массу, и в какой-то момент они выйдут. Скорее всего, выйдут они в тот момент, когда у Na'Vi еще не будет ключевых артефактов, и будет очень тяжело отбиваться. Ну, собственно, смотрим, получится это или нет. Ну, тут, да, большой вопрос. То есть, если Чен у нас будет играть довольно пассивно, то есть выходить с вайтами, типа Микан, Смаркан и так далее, то этим же самым будет заниматься и Сенкинг. И вот вопросу, кто быстрее нафармит свое. То есть, там что появится? Сенкинга Блинкдаггер, и к этому времени что будет у Чена, либо у Чена Мека появится ли блинку Сенкинга и так далее. То есть, такие вот вопросы, кто раньше начнет, и как вообще вот эти вот такие 7 суппорта, герой 4 позиции, будут действовать. Пока же мы видим, что Чен ждет, когда появятся пулы, чтобы первого крипа своего забрать. А Санейк пока на стадии такого некой помощи для Зевса в миду. Да, ну вот вчера Санейк против Зевса играл на... против Чена играл на Баунти Хантере. И, конечно, сыграл он просто феноменально. Он сделал там очень много всего полезного для своей команды. Здесь же соло никто мешать не будет. Более того, из-за того, что ну, пик слабоват в лобовом столкновении, не пошли никуда в начале, не поставили ни единого варда во вражеский лес, соло теперь может фармить, может гангать, и как-то будет тяжело. Причем гангать ему можно и Зевса, которому тяжело спастись, и того же Шейкера, и на легкую линию выходить. Так, тем временем у мага некоторые проблемы. Вот они, коги, переделанные новые коги, которых теперь миллиард появляется. За них еще и бабки дают, но вроде уходят. Ну-ка, будет ли подкоп, Санейка успевает дать Броу Страйк, и ТП сбили, да. Ну, неприятно Клокверку. Во-первых, он погибает, скорее всего, от рук Дитяра. Это первое. Второе. Он еще и коги ставит, посмотри, а аппарат все-таки погиб. И второе, что неприятно для Клокверка, то, что ТП-шка была потрачена, и поэтому придется пешком идти. Это, наверное, самое-самое отвратительное в данной ситуации. Ну, да, вот это очень неудачно. Как-то видел он, да, что выходит уже Сенкинг, и были несколько таких попыток Сенейка зайти за спину, и видел это все прекрасно маг, он почему-то пошел, размен, и таки подставился. Непонятно. Ну, немножко подфидил вначале. Конечно, не очень хорошо это против Спектры, но один фраг здесь погоды не сделает. Главное ему сейчас немножко умерить свой пыл. Operation приятно забирает First Blood. Хотели Спектре отдать, прям было видно, но потом уже не стали особо церемониться. В любом случае, золото начальное... Хороший довольно-таки буст. Но опять же, если мы посмотрим на крипстаты, ну что там, забрали один килл, получили немножко денег, а у Чена 12 крипов, и он сейчас пойдет гангать. И так, он забирает себе сапожок как раз-таки, очень вовремя пришел. Да-да-да, два очень хороших суммон, то есть есть сатир с нюком, есть тролль, который может зацепить и задизеблить оппонента. Но там Санейка, Санейка в инвизии, он просто-напросто не позволит убить Зевса, скорее всего. Возможно, пытаются сами напасть на Нувана, знают, что у него половина здоровья. Нужно опасаться, конечно же, Чена, который спины нет, был подкоп. Подкоп, молнии, квапа, молнию получает, да ладно, и умирает с нижней. Да как так, не успел квапа сделать блинк, в итоге Чен подошел слишком поздно, ничем помешать противнику не смог, и более того, в ответ тоже никого не убивает. 2-0 для Na'Vi. Опять Санейк разрушил всю игру соперника. Конечно, как у него вот получилось выйти в такую очень удачную атаку. И плюс ко всему, No One там совсем был не готов к этой атаке. Он до последнего думал, что они будут убивать, и даже и не попытался сделать блинк. То есть он даже не развернулся, чтобы отблинковаться.
и, соответственно, пострадал довольно-таки серьезно. 2-0. Сен Кинг забирает очень важный фраг, получает довольно много экспириенса. Ему важно сейчас поднять себя как можно быстрее, там, третий, и начать фармить леса. Ну и Зевсу тоже хороший буст. Плюс ко всему, первый ганг Чена они заэвейдили. Ну да, получается, он прошел в никуда. Есть у него еще один смок, видимо, товарищ Чена. И, возможно, пытается соло выйти еще разок. Но, опять же, время немножечко было потрачено, и темп, конечно же, немножко сбит. Ну, кстати говоря, Квапта пыталась сделать блинк, только блинк в сторону противника. Она хотела нападать, но сбили второй молнией, и в итоге не ожидал этого, он просто погиб. Бывает такое. Ладно, ничего страшного. В итоге 2-0 в пользу Нави. И смотрим за тем, как ЕС уже наворовался до левел 3. В принципе, неплохо для оффлейна с такой-то линии, где могли его спокойно убивать. Смог он заработать экспириенс и уходит все по тауэр. Успел ли сделать какой-то стак? Стака на эндшотах нет. Ну и Зевс себе сам стакает. Ну, Зевс вряд ли пытался здесь застакать. Он скорее бежал на руну. Должен уже Дэнди знать, что этот спаун не стакается таким образом. Вот. Да все уже должны знать. Боже, я смотрю уже, наверное, матч 20-й с нового патча. И что ФНГ, что вижу Дэнди. Вообще не научились стакать это место. Сколько вниз он не отводится. Да, вверх можно, но тяжеловато. Можно назад, если елочку прогресс или пару даже елок. Но, в общем, Дэнди на руну бежал, поэтому назад ему отводить было тяжеловато здесь. Ну, мог, если хотел, действительно, отвести. Там соло теперь не заходит с маками. Вард был проставлен, но вот-вот видит Зевс, но получает сетку, залетает No One, прокаст, без шансов здесь без Зевса, с нюков просто его забрали, даже ни одной молнии не откинулся. И вот он первый удачный выпад для соло. 1-2. Очень хороший ганг, и, конечно, здесь Зевс еще и без маны был, он там ничем не смог откинуться в ответ. Да, хороший выход, и тем временем нападение еще и на Шейкера. Шейкер жмет стики, Шейкер на развороте, Сёму убивает, и отличный размен получается. Ну, забрать одного это... Единственное, погиб, конечно, Сёма после, экспы не дал, но все равно довольно-таки... Здорово для Шейкера. Зевс сюда приходит на лайн. Максимум из возможного вынес, да, из этой ситуации, конечно, мог просто погибнуть, а хотя бы килл сделал. Денег особо не потерял, вот что важно. Экспу, конечно, все равно он подарил гирокоптеру, и, естественно, деньги гирокоптеру тоже отдал. Ну и сразу же приходит Сёма и подхиливает Гирычу. Гирыч полный порядок. Да, Гирыча захиливают. Я думаю, что здесь, как, конечно, нужно будет подумать о том, что делать со Спектрой. В принципе, обычно... Ну, тяжело сказать, я в этом патче Спектру не видел, сколько ей можно давать фармить. Ну, естественно, Радианс ей выносить нельзя давать. Вот. Но пока что до него далековато, понятное дело. Но я думаю, что так как у нас чуть больше сейчас золота получают в среднем герои, нужно чуть пораньше о ней подумать. И, в принципе, о ней можно уже сейчас было бы задуматься. Ну да, все зависит от Чена. То есть, если раньше он соберет своими суммонами ганга, то может получиться. Там теперь контроль такой, рун идет жесткий. И смотри, как Сёма. Сёма даст ли что-то? Сноубол хотел дать, но в итоге руну все равно перехватывает. А нет, Тускарта забрал руну, ой-ой-ой, перед носом прям. И залетает еще на ван. Шейкер погибнет. Как же отдал он руну, это непонятно. В итоге минус Шейкер, еще Зевса подцепили, еще и минус Зевс на речке. Ой-ой-ой, какой фит. Тем временем стирают у нас Сенкинг гирокоптера на верхней линии. Но то, что сейчас устроили Нави, вообще непонятно, на кой черт Дэнди приходил на нижнюю линию. Ну, может быть, он не хотел дать запушить, но почему он не пошел сразу вот как-нибудь аккуратненько на мид? Он пошел через вот эту речку против Ченов, которого вообще не видно. Да, Нави, конечно, исполняют сейчас. Вчера от них такого практически я не видел. Так, тут ну, Санейка... Может быть, и противник немножко попроще был, кто знает. Может быть, но и Вега здорово играет сейчас. Вот приходит как раз-таки, не мешают Санейка фармить, ни одного крипа у него не своровали, только помогли ему подфармить, но вот экспу Сёма ворует очень неплохо. Сейчас еще и голема может забрать. Да, вот первый голем он подворовал. Все ворует, и руны ворует, видимо, крипочка ворует, Сёма пока пытается быть полезным на этой карте. Ну да, Санейка, конечно, пускает довольно серьезно, потому что есть Транквил, есть Соло Ринг, следующим артефактом, как сами понимаем, будет, конечно же, Блинк Даггер, туда уже начнутся большие проблемы у Веги. И проблема ведь не только с Синкингом, проблема в том, что Спектра имеет топовый крипстат на карте, фармит она тоже здорово, Нетворс второй, и Дютяра все прекрасно. Правда, пока выходят лишь только бюджетные такие среднестатичные какие-то артефакты, да, то есть Ринг Факвилла, ПТ. И дальше вот уже, наверное, стоит сделать... Очень важный выход на нижнюю линию сейчас идет. Если получится забрать, то это будет очень круто. Если нет, то смотрим. Ой, фиссура не точно! Кулдаун разворот, сейчас всех убьет еще, нет? Ну нет, слишком сильные нюки развалили. Даже половины промазов. Но вот подходит сюда. Сноубол пошел, пытаются убить на развороте. Выходит Чен. Чен контролит Санейка. Приходит, но Ван сдувается никвейвом. Апарейшена нужно добивать Санейка. Санейка очень грамотно делает, потому что он уводит на себя внимание всех противников. И его команда в итоге выживает. Оставшиеся. Это ЕС и Спектра.
Ну да, ну нормальный получился фраг, забрали, конечно, гирокоптера, но как ты не попал в фиссуры, Ахмо, честно говоря, я не знаю, очень здесь важно было попасть этой фиссурой и зацепить гирокоптера, потому что если бы его зацепили раньше, стерли раньше, не было вот такого бы на развороте такой ситуации, просто бы спокойно смогли отступить. Здесь еще хорошо, что отдали только двух саппортов в размен на кэрри, и в принципе размен получился классный для Нави, учитывая их игровую ситуацию в целом. Кстати говоря, что-то покупаете, по-моему, спектра? Нет, просто нет, это Аквин. Аквин потерял. Денег у него много-то и не появилось этого ганга, там она особо не заработала. Но вот пушат Вега, это проблема. Уже начинают давить товара, и нужно Нави сопротивляться, они действительно готовы давать бой. Нет аппарата еще левел 6-го, есть еще Нави тоже без блиндагеров каких-то. Но все-таки вот, отбиваются. Вот поэтому Дэнди сюда и приходил в прошлый раз, чтобы эта вышка не проседала. За счет Зевса первая его молния неплохо спамит под воронкой, которую замаксил артстайл. Довольно-таки серьезный там получается дэмэдж. Ну и, в общем-то, именно за счет этого пока что откидываются. Там фиссура, пару вот этих вот молний. Uh-huh. Сейчас еще вот сбивают вард как раз-таки свеженький. Operation получает XP. И почти шестой уже есть. Пока что у Нави все более-менее. Ну, конечно, они ходят по грани. По какому-то краю вообще. Клокверк уже седьмой, Operation сейчас вот будет получать себе ультимейт. Нужно ему здесь аккуратно сыграть, но нет. Ну как, хотя Клокверк может нафидить. Макс, скорее всего, погибнет тоже, хоть убивает аппарата. Хотя непонятно, Снейк пришел, подкапывает. Ну да, маг подхиливает еще и Чену, выживет ли Сноубол, юзает. И спасибо надо, но как? Хилинг селф, вот так вот можно спасать, там будет подкоп. Плюс спектра ультует. Маг жить до конца, ставит ноги, но погибает. Он, скорее всего, Сема тоже отъедет, пытался спасти он своего тиммейта. А, и только спасает. Ну, нет, себя-то он спасает. Спасает еще и гений Пуша, который сюда пришел и дал колдаун. Ну, плохой размен для Веги. Они забирают Operation, но они потеряли сейчас Клокверка. И очень вовремя Нави развернулись, увидев гирокоптера, не отдали здесь. Очень хорошая игра. Получилось, что гирокоптер сейчас потратил ультимейт, Клокверк потратил ультимейт. Ничего не сделали. Да, ну и вот Спектра пользуется своим дагерочком. Немножко ее тут, конечно, поджали, но вполне терпимо. В этот момент выходил Чен на мид, он спушил вышку. Да, я вижу, там уже место, помеченное крестом. Да-да-да-да. Ну, на самом деле, такой спейс для Чена получился легкий. Он им воспользовался, пришел, тавер сломал. Это, конечно, Нави допускать нельзя, потому что сейчас товара будут падать намного быстрее, ибо и Чен левела выше, уже и Мека должна появиться совсем скоро. С товарами будут прощаться потихонечку Нави. Вопрос только вот, купили себе неважно эти артефакты. То есть, во-первых, аппарат левел 6. Он умер на топе не зря. Он шел туда как раз-таки левел 6 получать, правда, его загантили. Вот только-только у него он появляется. Там левел 6, есть наконец-таки айсбласт. И что касается Сын Кинга, у него 1000 голды еще не хватает. Ну, вот, видимо, за счет активных перемещений под смоками эти деньги будут добирать Нави. Ну, и надо пользоваться тем, что Вега пока не в пятером. Бегает пока. Ой, ну, курица просто... Просто курица. Курица, которая принесла сейчас какой-то, я не знаю, там... Обсервер вард спалила весь смоуганг, и к нему полностью готова Вега. Они затягиваются. Ну, под вардом сами сделали все ТП, их прекрасно были... было видно, и за соло будет заходить за спину, прокаст, сноубол залетает, раскаст, аппарат очень хороший, но аппарат таки выкинул свой ультимейт, тоже убил Чена, в итоге No One страдает, падает Зевс, No One, да, Дэнди пострадал, ну и в общем-то Клокверк тоже забирает 2 в 3 драка, в живых остается там с одной стороны No One и Сёма, а с другой стороны, ЕС, Санейков плюс Дитя Ра, ну в принципе неплохо для Нави получилось. Очень хороший размен, очень здорово они вышли, казалось бы вот так вот снизу с горочки поднимались, но совсем какая-то была неудачная позиция, в итоге хороший рассказ No One не смог дать, он опять там чуть ли не в одного Operation заультил, погиб Зевс, но Сын Кинг поднимает себе блинк, Спектра опять не умирает, опять поднимает себе немного золота, ну и драка проиграна командой Вега. И причем они еще и там, опять же, потратили кучу времени на то, чтобы стянуться наверх. Да, типа, казалось бы, готовы были к замесу и шли в лес чужой, но не знали, что вот так вот спокойно будет на них заходить. Там через ракетка пролетела, и видно, видно, дитя ра есть ультимейт. Прыгает No One, пытается найти эту спектру, но может загулять сам. Блинк у нее только на двоечку вкачанный, но есть хейст, если что. Ну, все-таки на самом деле сейчас Квапа довольно серьезно спалило то, что у них есть вижен в чужом лесу, потому что так вот нагло действовать, закидывать ракетки ни в коем случае было нельзя без убийства противника. Ну, в итоге чудом спасается здесь спектра, выживают герои Нави и получают нужную информацию. Вопрос да, только, вот... смогут ли задефать топ-1 тауэр в итоге? Я думаю, что скорее отдадут его, там уже не очень хорошая позиция, вон туда прилетели крипы Чена, в этот момент лучше подфармить остальными героями, там шейкер ближе к блинку. Мы видим, что по графикам
Вега так неплохо набрали, но по XP сейчас спустились почти в ноль. По золоту, ну, как бы 3000, но 3000 для Нави это еще не так плохо. И Нави уже потихонечку выходит в ключевые арты. Сенкинг с Блинком скоро 11-й, кстати, будет. Шейкер, Блинк не за горами, Форстаф не за горами у Зевса. Все довольно-таки здесь близко. Надо. Вот это нужно получать прямо сейчас, потому что будут давить Вега, ты посмотри, они ушли, они собираются вместе. Ну, это уже... тоже не собираются давать. Сенкинг раскастовался, очень больно Гирочу, и не выживает, просто разорвали его. Сенкинг таки делает килл, залетает дальше Спектра в спину на Соло, Санейка просел под прокастами сумонов, тоже погиб один в один драка. Пытаются убить Соло, Соло уходит, колфит в Сёму, Сёма есть, сигил в принципе неплохой, там Папата сдувает. Зевса, это уже минус 2 в исполнении Вега, и пытаются идти дальше, накрывает Сатир еще и аппарата минус 3, Дитя Ра, юзает Спектрал Дагер, пытается уйти через текстуры, до конца за ним идут Айшард, но не зажимает Айшард, но Сноубол может догнать, ракетка залетает также, Сёма здесь, Валрос Панч, лишает жизни еще и Дитя Ра, в итоге драка 1-4 в пользу Вега с Платом. Да, стерли Герокоптера, но слишком много за него отдали, и как мы видим, отдают четырех героев, отдают эту вышку, которую, в общем-то, жизненно важно было засейвить. Хороший, конечно, получился раскаст от Сенкинга, но вот оставшиеся крипы Чена, очень такой момент неприятный, то что если сразу все не разбираете, то оставшихся крипов Чена, после того, как Сенкинг раскастовался, аппарат дал свой прокаст, их вообще нечем убивать, да и в принципе нечем драться. Прокаст свой потратили, все, нужно уходить было. Ну, сейчас себе серьезно осложнили Нави задачу, вот после этой драки. Мы видим, что Сенкинг опять у нас топ-1 по нетворсу, но на него тут большая надежда, конечно. Да, Сенейк это делает, конечно, свою работу, действительно врывается, но вот ты правильно сказал, что они практически весь свой прокаст потратили в убийство одного гирокоптера. А вот что дальше делать, непонятно. Уже драться практически было нечем, потому что все ключевые способности были в откате. Этим пользуется и Чен после Айсбласт, дает подхилы и прочую гадость, меги всякие. Сенейк, кстати говоря, подкапывает, Чен находит, ну наглец соло. Просто наглец, конечно, в чужих лесах где-то обитает, пытается там фармить, это ну, крипов надо забирать сейчас. О, какой смог. Хороший смог, спасаю от аппарата. И нужно как-то забирать этих крипов. Да, видит вард с интрак. До конца, Санейка, иди добивай. Добивай сумонов. Вард решил убить. Лучше сумонов забрал, там же все биты. Кентаврик. Решил не рисковать. В любом случае, Соло, конечно, да, он здесь очень неприятно нафидил. Шейкер выносит блинк. У Шейкера очень 9-й. Очень-очень важно. Нави не хватает, конечно, 11-х. Вот получить 11-й на шейкере. Сенкинг уже 11-й, между прочим, Соло Медзевс 10-й, хардлейновый шейкер 9-й, саппорт Сенкинг 11-й. И, ну, Сенкингу, в принципе, по XP топ-2 на карте. Конечно, это этот пик порядок. Нави заходит очень хорошо. Да, сейчас еще и форстаф, если будет. Не совсем понимаю, почему он яд не хочет качнуть, но вот решил статы. Но с другой стороны, да, статы, конечно, Сенкингу очень важны, у него рассказ стоит дорого. Немножечко сейчас подкопить статов будет неплохо. Ну и хороший шанс у Нави теперь будет отбиться в любом случае. С двумя блинками они очень много будут делать. Это да. Но с другой стороны мы смотрим уже на закупы Вега Сквадрон и понимаем, что Клопа очень близка к тому, чтобы купить себе БКБ, причем первым айтемом. Это, наверное, решение для ноувана. Герокоптер, думаю, также с Огр Клапа сделает себе БКБ. Есть мега на Чене, есть подхил на Чене в виде ультимейта, плюс ко всему есть бейтмейл на Клокверке. Ну вот как раз таки тот самый запак, который так необходим Вега Сквадрон, чтобы противодействовать всему прокасту Нави. И я думаю, что Вега особо сильно сейчас, ну, давить противника не будут, пока не соберут себе БКБшки. Потому что можно наткнуться на дикий прокаст этих вот глобальных ультимейтов и просто погибнуть. Ну вот смотри, как интересно спрятали Санейка вместе с Ахмо, проюзали смог у обоих. Готовы ультимативные способности. Очень важный смог, потому что Клокверк сейчас ракеты мог все спалить. Но сейчас минус Клопа будет просто. Залетает Сэн Экослэм по твоим туда. Есть подхил. Фиссура залетает. Спектра. Ультимейт с ноуболом пытается спрятать всех. Тускары выживут ли тиммейты Вега. Ты посмотри, пока живут. Но нет, нет, нет. Слишком много урона было. Остается один Паша. И Пашу тоже будут забирать. Это минус 5 от Нави. Ты Боже посмотри, мой. С каким запасом здоровья они выживают. Это просто лол. У всех по 100 хп. Зевс ульт, но Зевс в команде Нави. Как же они исполнили? Идеально, по-моему, сейчас зашла эта комбинация. Сенкинг с Шейкером ворвались просто на 10 из 10. И еще и аппарат попал ультимейтом. Если бы не Тусик, Вега бы развалились моментально. Но Тусик дал некоторые шансы. 3200 зарабатывают Нави. 1000 теряют у нас вот. Вега. Это чем я и говорил, что ну нельзя, нельзя без БКБшек лезть. Ну куда же Вега должны были оценивать все-таки силу магического прокаста, силу пика Нави. А вот, ну, немножко подфармил бы Клопа, и оставалось буквально 200 монет. Герокоптер тоже там, в принципе, немного нужно. Он же герокоптер, он фармит быстро. Стаки какие-то, и тоже купил бы себе БКБ. Но без БКБшек тут вообще уже драться не будет возможности. Да. И Вега должны были после этой драки оценить.
оценить и перестать давить. Потому что иначе можно просто-напросто игру отдать. Они уже отдали все преимущество, графики вышли в ноль. И Na'Vi почувствовали, что эту игру можно брать прямо сейчас. Ее нужно брать прямо сейчас, то есть идти и убивать по кулдауну своих способностей. Ну, вот даже было видно, гирокоптер, который под рассказ не попал, он был фуловый, но его все равно потом очень быстро развалили магией. Да, были не готовы, плюс ко всему очень грамотно опять же сыграл Санейка. Вот этот смог... Ну или там Ахмо, я не знаю, кто из них купил этот смог, но он был очень важен против Клокверка, потому что по-любому старались как-то просветить, понять, есть ли кто за товарами, и врыв был супер неожиданный. И может быть, не видели блинка на шейкере до этого, хотя, по-моему, он купил его уже очень давно, если он его не спалил, то это прямо как-то странно. Да, нужно отходить сейчас аппарату и Зевсу, но в принципе есть у Зевса форстаф, он спасется, аппарат же просто... Клок входит тем временем в аппарат, сжимается. Соник Вейв в итоге по двоим залетает. Ну а из глаз на развороте аппарат таки выжил. Вот этот вот начальный врыв в итоге сделали минус 2. Na'Vi и отходит. Ну там спектра ворвалась теперь. Санейка, что будут делать? Диффузами сжимает гирокоптер, пытается сделать депаут. Конечно, никуда он не уйдет. Подкапывает Санейку, убивает. Минус 3. И Сём остается, который тоже будет умирать. Прокаст, конечно, вырубает он здесь Зевса. Но это последнее, что он успеет сделать в этом моменте. Трипл килл бай дитя. Ра. И большой вопрос для Вега Сквадрон. Что же вы делаете? Ребята. Ну, хорошо, Na'Vi забайтили, вроде бы Operation стоял один, вроде бы можно было врываться, но его успел Дэнди форстафнуть. Очень хорошо то, что он успел его форстафнуть, потому что ульта аппарата здесь зашла круто. Ну и слишком серьезный магический прокаст. Вот буквально врываются, получают пару спылов, спектра ультит, Зевс ультит, и все, их ХП заканчиваются. И чем дальше вот так вот идет игра, айтемы у Веги не появляются особо, вот только сейчас БКБ появился на квапе, просто потому что они драки проигрывают, а Na'Vi левелы забирают. Причем, ну, левела с такими драками растут очень быстро. Прокаст с каждой дракой все серьезнее и все сложнее пушить. Ну, хорошие шансы у команды Na'Vi отбиться и выиграть эту игру. Да, огромнейший шанс. Потому что Вега ошибаются уже второй раз. Причем мне казалось, что после первой оплеухи они должны были так остепениться немножко и сказать, что окей, да, у нас есть чен, но все, мы уже не способны давить, мы уже не можем пушить, пока у нас нет ключевых айтемов. И все равно пошли еще раз погибли. Ну не знаю, гирокоптер в последние минут 5 уже ничего не покупает себе. Умирает Паша, умирают 5 смертей. Сункинг врывается на квапу. Нет, это не на квапу даже врыв, это врыв на Клокверка. Да, и квапа в итоге прожала БКБ и ничего с ним сделать не сможет. Да, квапу, видимо, то ли не видели, то ли просто на нее решили не нападать из-за того, что есть БКБ, но хорошо, получается, развели. Нападение на Зевса, Дэнди здесь встревает, форстаф, но да, погибает. Даня? Да, зря в соло полез, конечно, слишком далеко ушел, не было, не увижен, то ли просто погиб. Так, ну начинается у нас череда соло-отдач в исполнении не той и другой команды. Ой-ой-ой, Санейка ищет, Санейка ищет и... Кого он ищет, он же без эпицентра. Да, но ищет, тем не менее, кого-то. Ну, вообще, одного какого-то мог забрать. Что ему прилетело? Ему прилетел Юл. Очень хороший билд. Ну, такой приятный Юл форстав блин. Топ-1 форс на карте. Na'Vi. Ой, Санейка. Да, причем... Удивительно, что он... Ну, как бы не то, что удивительно. Он не особо не фармил стаки, он не забирал ни у кого фарма практически. Все вот эти вот... Весь этот нетворс, он фактически поднят в драках. И это делает такого Сенкинга, ну, просто невероятно эффективным. Он нигде не воровал, он украл кучу золота у соперника, ну, просто забрав их несколько раз, и при этом он еще и помогал отбиваться и имеет самый огромный нетворс. Пик Сенкинга, чувствую, в Na'Vi прямо какой-то супер крутой. Он и вчера заходил очень круто, и сегодня. Думаю, возможно, мы против пушей будем видеть бан этого героя. Он круто заходит, что ни говори. Ну да, типа, с одной стороны ФП появляется чен, с другой стороны появляется сразу же Сенкинг. Вот вам ответочка, сражайтесь против Санейка на Сенкинге, как хотите, сопротивляйтесь. А это сделать тяжело, судя по последним противостояниям, по последним дракам. Ну вот он поучаствовал в 18 фрагах из 21, то есть только в 3 он не был. Все остальные он где-то там присутствовал. Так, и сейчас у нас выход, Клокверк, есть ульта, готов врываться в Дэнди, светит его, видит топора еще на Клокверк не попадает. В такой ситуации, там выбор был среди двух героев, пришел, ну... Сейчас на развороте их просто порвать могут, если они встанут в кучу. Там есть, ты готов уже с вторым хэслэмом, если что, спрятался, ставится обсервер. Обсервер ставится как раз таки Сём, и Сём все прекрасно видят. Вот Vision смотрим, да, находит он здесь ЕС, не даст ему ворваться. И надо просто найти сейчас Na'Vi, не очень удачная позиционка, отбежать немножко. Они уверенно себя чувствуют, то есть несмотря на то, что вроде как у них липкие герои, но они так стоят, понимая, что если соперник ворвется, все равно в одного героя это будет, скорее всего, остальные свой прокаст дадут. И так как БКБ там только у квапы,
Ну, в общем, шансов мало. Да, Соло все понимает, Соло начинает фармить Аганим. Ну, в принципе, здесь в любом случае Аганим бы фармился, но без Аганима здесь его крипы это просто корм. Только большие крипы, невосприимчивые к магии, здесь помогут. Ну, вообще, и судя по последним дракам-то и с такими крипами не особо хорошо разбирались Нави. Так, они с героями больше, конечно, могут совладать. Ну, вообще, да, если, Да. конечно, там где-то кучнее встанут эти крипочки, плюс героев-то добавят, прокаст Синкинга, прокаст ЕС, крипы тоже упадут. Ну, такое. Такое, в любом случае, конечно, Аганим полезен не только ради суммонов, но и подхил бесконечный, фактически. Так что с этим нужно будет считаться. Дитя раз здорово отыгрывает, у него всего одна смерть, 6-1-8, очень крутой КДА для такой игры, и у него скоро Радианс, он вот решил через Диффуз сначала сыграть. Ну, с Радиком здесь будет все в разы сложнее. БКБ, конечно, Гирыча появляется, но это БКБ без Инжиньяши Оно через очень поздно. барабаны. Оно очень Да. поздно. Невероятно поздно. Позднее, при этом оно, ну, то есть не после Инжиньяши, оно просто первым большим артефактом. То есть у Гирыча все печально в этой игре. Ужасно, да, вот как раз-таки тот момент, когда Гиры должен был нафармить себе БКБ, они два раза подряд пошли и отдались, и в итоге весь фарм у Паши сорвался, и стаки уже перестали делать, ну, Вега давили, Вега думали, что они сильнее. Ну, так вот получилось, что Геркоптер остался в итоге без фарма. Да, он, конечно, в своей команде выходит сейчас топ-1 по нетфорсу, но это топ-1 с одним БКБ на 25-й минуте. Понимаем, это мало. Зашли там Тирей на Дитяра, и Дитяра ушел на Геркоптера на ультимейте, и там встречает его Паша, наказывает, минус трик. Странный какой-то врыв от Дитяра. Почему именно на Гирыча? Ну, видимо, там в любом случае он уже Ну там погибал спешки. либо с одной, Там либо с другой. оставляется 100 хп, у тебя весь прокаст, и первое, кого видишь, кликаешь. Там даже не видишь, наверное, просто на миникартку откликнул и пошел. Но там получилось, что встретил его Герокоптер. И очень хороший фраг, потому что у Спектры практически был сакрат. Ей сейчас опять 300 монет не хватает. Скорее всего, конечно, она его заберет, но немножко времени выиграли. Вот за это можно попробовать Веги зацепиться. Зацепиться, ну, я не знаю, есть ли смысл идти БКБ в откате сейчас. Клопа по-прежнему уязвим от магического прокаста, всего лишь 1400 хп, остальные герои, соответственно, И тоже. маны нет у нее. Маны нет, да. Ну, тяжело так будет просто собраться и что-то сделать. Ну, вообще, конечно, хочется, я так уверен, что Веге снести уже тир 2, вроде как с Ченом это пора делать, но опасно. Очень опасно, опять же, бояться стоять под Нави. Вообще, Ну, супер думаю... неприятный пик. Ну такой, да, боевой, опять же, вот это вот куча АУЕ, и нужно держать хорошую позиционку, плюс ко всему собирать именно грамотные артефакты, не всякие стандартные, да, статовые с Инжен Яша, а то уже БКБ первым айтом выходить. Я уверен, что Паша, будет другая ситуация на карте, конечно, не стал БКБ себе первым айтом собирать, был бы какие-то с Инжен Яша на разгон и прочее. А тут вот все-таки ситуация заставляет. Ну и нужно фармить еще, то есть нужны теперь артефакты на урон, плюс ко всему, все-таки я думаю, что нужен будет пайп в этой игре, без него вообще никак. И странно, что никто из Вега Сквадрона этот артефакт не собирает. Ну да, но, честно говоря, и с ним будет тяжко. То есть здесь так много магии, что его будет пробивать довольно быстро. Сенкинг. Пошла ульта по Рейшна. Сенкинг вырывается в Пашу. Паша получает раскаст и даже не успевает нажать БКБ. Ему залетает ульт Зевса, ульт аппарата. Отличная игра от Снейка в очередной раз. Залез в леса, подождал. И вот так вот вроде бы на ровном месте Гирча забирают. В этот момент нашли Шейкера. Шейкера видят, у него есть форстаф, но нет, его здесь заберут, конечно, быстро. Три форстафа в команде Na'Vi, Sunking, Zeus и Шейкер, и в драке крайне тяжело кого-то вот подцепить, потому что три форстафа плюс спектра, у которой есть прохождение через преграды за счет своего даггера, Типа крайне да, то есть неприятно. из разряда ты просто залетаешь в драку, даешь свои прокасты, эпицентр, хслм, там все, что у тебя есть, и за счет форстафов там уходишь. То есть, ну, пошел, вышел, и так далее. Очень довольно удобно, довольно мобильные герои. Да, приятно. Но вон теперь находится Анека, и выйдет Shadow Strike Юлом, а дальше что делать? Дальше есть песочек, есть Burrow Strike, ТП аут, и Нувану сбить нечем, ибо Юлов он не собирал. А с ним тем временем может, кстати, маг-то встрять. Идет до конца Дэнди, Блэйдмейл активирует маг. Включается ультимейт Тиара, сноубол пошел. Должен умирать маг в любом случае. И вот Тускар, что будет делать? Пытается уйти, молния сбивает ему ТП, Санейка здесь подкапывает. Также Сём за Слеер. Паники, все в откате. Пытается хоть какой-то дэмэдж нанести перед смертью. И благополучно умирает, дает дабл килл для Дитяра. Ну да, и этот дабл килл, он приносит Спектре Радианс. Потому что Сакра там уже был, немного золота. И как раз-таки Радик теперь есть. Хотя уже, в общем-то, эти два фрага, они очень такие неприятные, потому что
Ну, в целом, инициатива уходит у Веги из рук. Когда они потеряют инициативу с Ченом, их пик-то проигрывает по мобильности очень сильно, у них нет никакой глобальной комбинации, и, в принципе, из керри, которые в лейте больно дерутся, у них, ну, вот гирокоптер только есть. На мой взгляд, спектра все-таки поинтереснее, особенно вот с такими персонажами. Плюс есть очень сильный оппорейшн под лейт, а здесь что у нас? У нас Чен и... Ой, это слэм эпицентр, боже, как они врывают, Санейка! Со своей позиционкой вечно оказывается в каких-то секретных местах, недоступных для Вижена, для Веги, Сквадрон, то ли САК какие-то, то в центре нашел вот эту вот нычку, вот здесь, где его тоже не видели, и Клопа после блинка пострадала. Да, Санейка, конечно, в этой игре, ну просто красавец. Еще и гирокоптер находит, подкапывает, попробует развести его на БКБ, да, БКБ он нажимает тап-аут, ну и приятно это, еще минус одна секунда БКБ. Это всегда круто. Как да, отыгрывается Нейка? Очень здорово отыгрывается Нейка. И вчера он был в хорошей форме. Сегодня прям Акбар взялся по полной. Ну, вообще, уже на самом деле здесь даже не в позиции Санейка, а просто в такой игре крайне тяжело. Ты где бы ни находился, тебе может упасть на голову Шейкер или Сенкинг. И оба героя, они как бы вроде бы... Ну, такие саппорты, но у них есть один раз там в 100 с чем-то секунд такой рассказ, который любого персонажа убивает. Учитывая, что с ними в команде еще и там тот же Operation и Зевс. Если чуть не хватает, то спокойно герой добивается с... Надбавит, да, случайно. Ну, у них так классно получается, если они видят какую-то цель, перед вывом Сын Кинга залетает Айс Блаз, Зевс готов свой ультимейт давать, там, если что, поможет своей ультой. И действительно, это глобальная стратегия, она работает. Ну, у Веги такая ситуация получается, что им невозможно фармить в соло, потому что такие соло-отдачи сразу же, да, происходят. И в пятером-то тоже особо не пофармим, что ты денег много не соберешь, артефакты нужны. И что делать, не совсем ясно. Пушить невозможно, по соло фармить невозможно. Бегать пятером тоже нереально. И вот какая-то такая патовая ситуация для Веги. Как вот из этого пата выбираться, вообще не ясно. Ну, они вот фармят свои артефакты и, в общем-то, стараются выходить. Ну, чтобы гирокоптер был посильнее, он там фармит себе какой-то, ну, не знаю, скади, видимо, чтобы не разваливаться, успевать нажимать свой БКБ. Ну, и, наверное, это самое логичное решение. И в какой-то момент, может быть, удастся там собраться, навязать хорошую драку, может быть, победить в ней и пойти подпушить. Ну, только такие шансы, в общем-то, остаются. Что у нас Сенкинг? Санейка бегает, у него 4000. Он не хочет себе взять какой-нибудь раунд, он БКБ себе купил. Здесь, мне кажется, и БКБ неплохо будет, и что-нибудь другое, Хекшива. Типа Аганима. Хекшива, Аганим, конечно, все это может появиться. Все это в более лайтовую версию будет Сенкинга переводить. Все это будет вполне уместно. Там активно Чен пытается использовать своих вот этих вот уже больших суммонов, эншентов, для того, чтобы где-то сплитфармить им. И вот Вега предпринимает попытку пятером заканкать. Ну, это, в принципе, имеется возможность такая сделать неплохой выпад, если быстро удастся кого-то стереть. Но, по-моему, спектра это не самое хорошее решение. По-моему, это не лучший вообще вариант. Прокаст дают спектра, спектра, умирает таки спектра, но теперь получите, распишитесь от Санейка. Прокастик, минус 2 уже сделали, конечно, Паша жив за счет БКБ, но БКБ имеет свойство заканчиваться, и будут, скорее всего, накрывать. Есть подхил от Чена, и нужно уносить ноги Вега Сквадрон, потому что пошел уже Дэнди, Санейка двоих подкапывает, спрятался в Инвиз. Меки, Чен, убить пытался Инкига, влетает Терени Махмос, прокастом и эхо-слэмом. Санейка ушел, нет, не ушел, накрывает, но все-таки ноу-ван, и Инкиг тоже пострадал, слушай, справились Вега Сквадрон. Зря, конечно, Нави полезли дальше. После того, как они уже забрали Тусика и Клокверк, нужно было остановиться. Все, у вас есть один прокаст. После того, как у вас прокаст заканчивается, у вас нету ничего. Да, ну, здесь подфитили знатно. С другой стороны, опять же, это пока что еще не так критично. И для Веги это была очень удачная атака. Ну, да, нужно по максимуму ломать сейчас. Да, не буду сносить терза. Полноценной драки не было, потому что Спектра все-таки в замесе не участвовал, это раз. Второе, ну, все-таки я не согласен с тем, что у них, кроме одного вот этого первого прокаста, ничего не было. У них оставался КСЛМ, у них остается Зевс, который на дистанции очень много дэмэджа носит, практически плюс Синкинг, бесконечный стан. Ну, то есть имели возможность, но слишком далеко зашли, и опять же, ключевую роль в этом сыграл Чен. Потому что Чен давал подхилы просто раза три, наверное, за драку, если не больше. И быстро снести его за первый прокаст не удалось. В итоге соло, ну, чуть ли не в соло вывернул ту самую драку в свою пользу, в пользу для своей команды. Ну и, кстати, Варя покупает на себе пайп. Ну, вот этого артефакта я очень ждал для Веги. Очень-очень-очень. Худ есть, есть хедрес, пайп будет. И это немножечко облегчит жизнь героям. Уже не так противны будут Нави после того, как они вот первоначальный врыв свой сделают. Уже можно Наверное... Убежаться.
хороший выбор от Санейка. Понимая, что АУЕ и так у них достаточно, он покупает себе Хекс, чтобы как раз-таки контролировать мобильных Queen of Pain, не давать нажимать БКБ, потому что как бы много магии у тебя не было, БКБ это все контрит, а если ты успел захексить, то, естественно, герой разваливается. Зевс покупает себе Вейл, превращается тем самым Дэнди у нас в саппортов такого. Ну, реально, у него есть линза, чтобы подальше кастовать, у него есть Вейл, у него есть Ворстаф Юл. Все это больше похоже на какого-то такого богатого саппорта. На Кэрри здесь больше саппорт. Похож Сен Кинг, скорее. Да, задача будет у Дэнди в замесе по максимуму жить и как-то аккуратненько с большой дистанции выдавать свои ники, вписывать самый дэмэдж. Посмотрим, как будет получаться. Попытка была зацепить в миде мага, дают ему хекс, вейл, но слишком далеко Макс мог уйти. И тут на развороте заходит Сёма, и Шарс не самый удачный, не перекрыл путь Дэндику, и Дэндик просто уходит в ноги. Так, ну, в общем-то, пока ситуация такая, что и у Веги, и у Нави вроде бы не все так плохо. Не сказать, что и хорошо. Где-то что-то получается, где-то что-то не получается. Одни пытаются нападать, другие отбиваться. Ну, посмотрим, что будет дальше. Дальше появляться будут крутые айтемы, уже более-менее дорогостоящие. Есть скади у Гирокоптера, он уже статовый, он уже жирный, пора в урон. Тут тебе подсказ, был оценки ган, накрыли клопу. За Хекс опять же убили, Дитяра врывается, Хэслэм Матьеса, шикарный врыв, атакмо! И туда же эпицентр, но Паша успел прожать БКБ, у Паши правда лоу КП. Паше нужно уходить, Паша, ты понимаешь, прожимает БКБ паут. И там тем временем зажали Санейка, правда Коги-то в двоих. Своих причем, и соло может стрять. Есть Вейл, маг. Ой, закрывают. Закрывают путь. Здесь еще и Ахмой не дает выйти. Здесь ни соло, ни Тускары. В итоге убивают обоих. В итоге минус 4 сделали Найв в размен на одну спектру. Да, спектру, конечно, убивают, но очень хорошо работают Юла и Форстаф, и Гирокоптер просто ни в кого не может дать прокаст, как и многие герои. Ну и опять же, началось все с того, что забрали Queen of Pain, и эта драка уже была без клопы изначально. Хекс окупается потихоньку. Здорово, Нави поймали сейчас на какой-то такой полуперетяжке соперника. Хороший артефакт у Шейкера, вот этот Shadow Blade, как раз против Клокверк, который все время спамит ракетой. Будет он ниндзя уворачиваться от всяких прокастов. Ну, единственный вот такой минус, такой маленький я бы выделил у Нави. У них Operation все-таки без Мидаса, и ему тяжело поднимать свой Networks. Но Аганим у него уже наполовину есть. И, в принципе, даже без него здесь можно... Так, у нас Санейка поднимает себя в Юл, ульт, песочек, хекс. А дальше-то что? Эпицентр находит инвиз, пытается уйти, но Ван еще одним скримом попадает. Но Санейка жив, еще и разворачивается. Ну да, убить этого ЕСа сложно, этого Сенкинга точнее, нет контроля. Просто отсутствует какой-либо стан элементарный, чтобы его убивать. Тяжело. И вот графики у нас в нулях по золоту, но кажется, что у Нави какое-то дикое преимущество по ордам. На самом деле, добавить еще пару хиксов и, ну, Веги вообще непонятно, как драться. Проблема Веги в том, что у них нет хорошего инициатора. Единственный их инициатор Клокверк, но против него собрана уже куча контр-артефактов. И Сенкинг. Сенкинг, выход на Гирокоптера. Гирокоптер получает хекс, молнию, ульт и минус. Еще Дитяра потянулся, и Вейлы, и Хекс, тайминговые станы. Да, вот даже без шанса. Геркоптер там, если прожал БКБ, только это не было никакого. А спектра возвращается вниз на физрука, на психа из физрука. И психа из физрука погибает. Маг тоже ошибается. Но минус 2. Да, тяжело. Санейка опять же везде успевает. Прилетел там, сям. Купил себе сейчас тревела вообще, чтобы быть еще мобильнее. Круто отыгрывать. Ну вот опять только Вега. Феноменальная игра от Нави, на самом деле. Очень красивая, и я думаю, что... Там просто болельщики Нави залились какой радостью, видя эту игру. Но пока что нужно. Радостью. Да, нужно еще довести, конечно, до победы. Но у меня сомнений довольно-таки мало, что здесь Нави не доведут. Ну да, слишком у них все хорошо. Пока все действительно получается, и в замесах у них все круто, они выигрывают драки, и на соло каких-то вот этих фармов Вегу подлавливают, постоянно Гирокоптер погибает в не самых удачных для него местах. И, ну как мы видим, даже по тенденции артефакты слишком медленно появляются у кол-героя Вега-сквадрон. Аганим, БКБшки, все это нужно, все это круто, но вот дальше, как вот, например, там уже Паша выйти в урон сейчас. Вот у него 1500 монет, стаков опять же нет. На карте в соло не пофармишь, потому что гангают, убивают. Гангать самим тоже не получается. Ну просто какая-то ужасная ситуация. В то время как Дитяра, например, помимо того, что фармит крипов, он еще и противника фармит, еще все ультимейт. У него никого, хотя бы эскейп есть. Да, ультимейт, конечно, заходит жестко. Сейчас еще какую-то тарасочку поднимет.
будет дисперсии отдавать. БКБшки там все меньше и меньше, но пока что 7 секунд у Гира, просто потому что он не всегда успевает его прожимать из-за количества дизейблов. Санейк покупает себе гем, у него же, в общем-то, 6 слотов. Я, честно говоря, даже сомневаюсь, что вот он что-то будет переразбирать, потому что слишком хороши пока что эти артефакты. До того, как там наступит какая-то стадия супер-мега-лейта, эти арты дают ему, ну, все. Так, вылетает ульт аппарата. Что еще хочется подметить, что Санейка сейчас всему миру доказывает, что не обязательно первым айтом покупать аганим, чтобы быть супер крутым. Он и без него справляется. Он вообще как-то его, не, честно говоря, не жалует. Но вот в данной ситуации действительно не очень-то и нужен. Ему вполне хватает его стана, ему не нужен дополнительный магический урон, ему нужен контроль. Да, он собирается по ситуации, это правильно. Я просто посмотрел и обратил внимание зрителей на стату, которую имеет Санейка. ГПМ 500, XPM 700. Таких результатов даже у дитя ранит. То есть... Интересный выбор от Шейкера. Но тоже, на самом деле, можно объяснить этот артефакт. Если загрейдит пятый, то под бурст, ну, под врыв, если не успеет герой какой-то нажать БКБ, его там просто можно разорвать пятым догоном. Это всегда будет кстати. Ну и как это обычно бывает, когда у вас есть супер крутой магический прокаст, вы классно деретесь до БКБ и классно деретесь в глубоком лете, когда БКБ 5-секундный. После БКБ. Да. Да. А во время БКБ вы висите в Еуле 3,5 секунды, форстафы, инвизы всякие. Да-да-да, все именно так и происходит. Шейкер врывается на клопу. Эхо-слэм сразу же в ноу-ван, туда же дитя Ра, раскастый Син Кинг с эпицентром заходит, все, мужик Хекс отправляет. Минус 3 моментально сделали, Паджа прожал БКБ, но урона с руки нанести не может. Пытается уйти на ТП, аут, и нет, все-таки его секунд БКБ не хватает для того, чтобы уйти на ТП. Сбивают им, отправляется наверх, но зашел неплохо ноу-ван с прокастом после байбека. Но опять же, никого убить не может, дал Shadow Strike, пытается уйти, Санейк идет до конца, Юл и вновь, Юлом себя поднимает, также ноу-ван, и подкоп лишает жизни его здесь в итоге Ахмо. Минус 5 с учетом байбека от ноу-вана, выигранная драка просто в ноль. Еще и гем забрали. Еще и гем отобрали, и куча денег заработали, ну просто все убер замечательно. Ну все, здесь уже точно ГГ, потому что 3,5 тысячи теряют Вега, 3,2 зарабатывают Нави. Как мы видим, все довольны, даже посмотреть по героям, все очень ровно нанесли дэмэджа. И Спектра, и Сенкинг, и Зевс, весь прокас заходит как надо. Более 10 тысяч перефарма, полный вообще тотальный мап-контроль. И опять же, инициатива все еще в их руках. Вот, Зевс уже с рефрешером. Да, это, конечно, будет еще жестче. Причем есть куда усиляться еще. Еще аганим можно купить этому Зевсу. И еще будет больше. Да. Ну, Октарин, да, но Октарин тебе дэмэджа, конечно, не даст вот именно непосредственно со спылов, но снизит кулдауны, увеличивая твой тоже ДПС. Ну, да. Но на самом деле здесь все лопается за комбинацию, так, Сен Кинг. Ну нет, Снэйк так просто не взять, ушел. Но просто... Вообще на разворот сейчас войдет Хекс, да, просто в мага, Сноубол заходит на середине, ест без ХСЛМ, он наглеет немножко Нави сейчас. Можно из-за этого пострадать, прокаст от Зевса, подкоп по двоим, снова носем и мага, маг под бейтмейлом. Пытается уйти, есть миакат, соло, ультимейт уже тратил, кулдаун заходит и подставиться может Санейка, ну вот он наглость к чему приводит, Санейка погибает, и остальные пытаются уйти. Ну нельзя так врываться, без эпицентров, без эхослэмов, слишком поверили в себя Нави, аккуратнее нужно, потому что просто за одного Санкинга там 2200 голды разницу получили. И гем отдали, и, конечно, здесь Акбар заигрался явно. Ну, Дэнди там использовал свой рефрешер для того, чтобы еще раз зафорстафиться, чтобы не нафидить. Но, на мой взгляд, стоило того. Ну и все у нас приходит к норме. Спектра наконец-то обгоняет Санкинга по фарму. Еще бы Зевсу обогнать, и, ну, Шейкер вряд ли уже догонит его. Он слишком много имеет. И, пользуясь моментом, заходит на Рошана. У Санейка нету байбека, его нет целую минуту. С другой стороны, конечно, Operation уже, думаю, готов. Да, да, понимают Нави, должны понимать. Ну, сейчас они без Сакига, возможно, будут драться. Айсблаз залетает. Есть ультимейт Зевса, Эхо-слэм туда же, Вейл, БКБшки прожимает Паша, пытается нести удары с Флека, раскасты, Вега пока держит под хилы соло. Там где-то затерялся, бедняжка, дитя Ра, один против всех, таки погибает он тоже. Так, вот это мне сейчас начинает не нравиться, исполнение Вега с Патрон, что у них происходит? Ну вот вроде бы на развороте прокат снова выписали, еще убили мага. 2 в 2 драка, но потеряли дитяра, который тоже без байбека, и Аегис таки достается ребятам из Вега Сквадрон, но нельзя так играть. Нельзя. Ну да, немножко неудачно зашел Шейкер, конечно. Ворвись он чуть раньше, было бы полезнее. Не было, опять же, рефрешера у Зевса, чтобы дать полноценно свой прокаст. Но разменялись нормально. Они отдали одного героя, забрали двух. Да, отдали Рошана, но хотя бы за него неплохо подрались.
Хотя для Веги это серьезный камбэк, как мы видим, там они порядка 3-4 тысяч отыграли, и сейчас появляются какие-то шансы. Сейчас с Аегисом Герокоптер, ну, попробует что-то сделать. Хотя БКБ уже по 5 секунд у Клопы и у Гирыча, и, честно говоря, ну, если Нави нападают первыми, а напасть им первыми гораздо проще из-за того, что у них такие герои, то шансов у них много. Operation уже с Аганимом, и вот он как раз-таки. Единственный нужный артефакт себе собрал в игре. Можно стоять на фонтане и просто кидать. Этот айтем для аппарата никогда не поздно. Так, Паша. В любое время можно. Паша сейчас близок к тому, чтобы потерять Аегис. Санейка на исходный эпицентр готов заряжать. Под айсбласт нужно хексануть по таймингу. После стана где Хекс? Где Хекс, Санейка? Лиза. Да, Хекс не стал юзать. На самом деле, под Хекс... Да нет, все равно бы, наверное, не убил, просто дэмэджа с руки бы там не хватило, слишком прочный Гирыч, но заставили его отступить на базу, конечно. Ну хотя бы Герокоптер теперь не погибает от раскаста. Ну это плюс, соответственно, да. Ну и после тех вот драк небольших провальных для Нави, все-таки получает Герокоптер возможность купить какой-то МКБ, уже начинать выходить в урон. Ну, шутки шутками, на самом деле, Век, конечно, проигрывает там огромное количество денег. Там. Но даже на 44-й минуте я бы не сказал, что это огромное количество денег. Шансы на камбэк присутствуют, если Нави продолжат так вот умирать и принимать участие в файтах, когда у них что-то в кулдауне. Все. Ну, вот тут подсмог. Подсмог выйти без байбеков, кого-то поймать. Что у нас по байбекам, кстати говоря? Ни одного байбека нет в принципе в игре. Ой, это хороший шанс. Сейчас просто забрать пару героев и что-то пропушить, как никогда. Можно. Напомню, в тех драках, когда умирал Сын Кинг и Дитя Ра, они тоже были без байбека. Это было довольно опасно, если бы они дрались где-то под своим тир-3, они могли потерять... Где-то аппарата? Ну, убивают аппарат, скорее всего. Будет ли он давать прокаст в ответку? Twin of Pain заходит, аппарата нету, Спектре нужно тоже валить. Зевс. Ну, Зевс пытается дать рассказ, но уходит Вега. На самом деле, килл аппарата не то, что может позволить зайти на хайграунд. Скорее всего. Все-таки сильны Нави даже без аппарата, или попробуют таки Вега? Ну, без аппарата вообще можно было бы попробовать, но, конечно, здесь у Зевса уже появился... Ну, они прожали БКБшки, то есть No One без БКБ сейчас. Паша не нажимал, но все равно одного Герокоптера не хватит. Его, в общем-то, и забирать первым не будет сейчас пытаться у него Аегис. Ну, чуть-чуть Вега себе возвращают инициативу. Queen of Pain погибает. Yes, Экослэм заходит на No One, Фиссуру дал прокаст! Поздно залетает маг, уже потеряно квапает, самому бы унести свои ноги, через глиммер пытается отойти, врезается Нейк там в фоге. Надо преследовать, преследуется соло, все встречаются с рефрешером и ультимейтом, соло должен погибать. Да, это минус 2 суммарно от Нави. Ну и вот опять, вот вроде бы ты вернулся инициативы, но шаг в сторону и ты уже мертв. Еще и полезли спасать, чудом каким-то маг успел на ТП уйти, а так бы это вообще было минус 3. И все то, что там Вега отыграли... Все это в никуда уходит. Шейкер уже третий левел догона. Ну да, к пятому он свой догончик апнет. Хороший будет нюк такой дополнительный. Ну, знаешь, с одной стороны, да, это весело. Вы все усиляете свой магический проказ. Но с другой стороны, это все-таки немножко наглость покупать на ЕС в такой ситуации догон. Просто не сказать, что ЕС достиг пика своей раскачки, что он может позволить за догоны покупать. Есть куда более крутые артефакты. Например, та же самая Шива, тот же самый Хекс, которые могли быть полезны. Сярак, говоря, подловил. Ну, ошибка, по-моему, сейчас его просто там Санейк разорвет. Ну, конечно. Часть Санейк дэмэдж тоже впитал, получает Ашарс, он будет жить. Ну, Санейка очень хорошие статы, все-таки Сын Кинг, это тоже силовик, плюс у него хекс, у него побольше, чем у Клокверка там имеется. Да, Сёму еще цепляют, минус Сёма, ну вот как раз-таки с догона его добивает. Успели захексить. Ну, не знаю, вот так вот решил Шейкер, что нужно еще... На самом деле, пятый догон очень сильный артефакт в лейте, и то, что... Ну, как бы хекс и первый догон, конечно, несравнимы, но они и стоят. А пятый догон, это самый дорогой артефакт вообще, и... Ну, когда вот... Заходит все в лейт, драка растягивается, вот эти вот по 800 там плюшки от Шейкера, они работали ну, бы. Такое, ну, на мой взгляд, здесь такое. Даже... Хекс, даже типа, не дойдет, всегда лучше. Хекс всегда лучше, всегда хуже, чем лучше, чем догон 5, и поэтому всегда про игроки их покупают. Тут все-таки, я думаю, Нави уже просто решили, что они выиграли. Теперь Нован залетает, опять рассказ, подкопы, Хэслэм соло пытался хилить, но сквозь айсбласт ты не подхилишь никого, в результате погибает Нован без байбека. Оттягивают Нави, потому что лишились части своих здоровья, подхилиться. Ну, давит, конечно, довольно серьезно.
Да, ну тут такое количество контроля, что в принципе редкий, на самом деле такая действительно редкость, но такое количество контроля, что действительно можно сказать, что уже как бы дополнительный и не нужен. С другой стороны, и дэмэджа много, ну вот что ни купи, все хорошо здесь зайдет. Единственный такой легкий может быть минус, то что физики все-таки маловато, но как-то пока что не является проблемой, Паша покупает рапиру. Хо-хо-хо! Паша! Паша! Бега сквадрон! Рапира на гирокоптере! Вот она возможность закомбэчить. Единственное, что... Первое минус то, что из базы сложно выйти. Второе минус то, что Зев сейчас просто спалит своим ультимейтом, что у тебя есть рапира. Но и надо как-то ее слишком-слишком внезапно реализовать. Может, какой-то смог произойти. Не знаю, нужна сейчас какая-то драка для Веги сквадрон, когда появится Нуан. Это единственный путь для камбэка, наверное, сейчас для Веги. Я не Ну знаю. да. Да, согласен. И здесь, конечно, эта рапира, ну, по факту она куплена чуть ли не третьим артефактом, не от хорошей жизни. Но это улын. Это такой улын в исполнении Веги сейчас. Ну, покупать МКБ можно, но опять же, вас вылавливают, вас убивают, и ты все равно падаешь магическими прокастами. Рапира, это у тебя есть удар из флека, и ты за эти удары из флека должен убить всю команду противника. И вот уже Паша сейчас будет решать эти вопросы. Конечно, еще желательно бы вот сюда куда-нибудь артефакт урон купить. Вот, кстати говоря, был сейчас ультимейт Зевса. Не знаю, прокликали ли Нави или нет. Потому что гирокоптер из базы вообще не выходит, то есть он не показывает себя. Вот большой вопрос. Прочекали ли гирокоптер или не прочекали? Ну да, хороший вопрос. Интересно, Шейкеру бы какой-нибудь, вот с таким этим билдом, конечно, какой-нибудь рефрешер бы ему зашел супер люто. Два дакона, два своих раскаста. Ну не знаю, хватит ли там маны на такую роскошь. Продай дагон, купи рефрешер. Продай дагон, купи шил. Продай дагон, купи хекс. Не, не, ну ты зачем продавать дагон? Ты И вот что? знаешь, если он проиграет с этим дагоном, просто я взорвусь, потому что это Ну наглость. я с тобой в корне не согласен. Я считаю, что это абсолютно адекватный артефакт. Не знаю, не знаю. Это ты покупаешь его тогда, когда ты уверен на все 100%. Кстати говоря, нам статистику по этому догону на ЕС Так, сейчас скинут. нападение тем временем на спектру неплохо может получиться, но никто не успел нажать. Кирыч, БКБ, что ж ты делаешь? Ты твой БКБ! Сейчас тебя разорвут с твоей рапирой! Ой, боже мой! Ой, БКБ, Паша. Эх, Паша. Да, вся, короче, грубо говоря, аналитика пошла лесом, потому что просто Кирыч не нажал БКБ. На самом деле, даже если бы он его нажал, он бы остался там один. Но разорвали их жестко. И, судя по всему, рапиру кто-то допрокликал. Потому что первым делом Хекс получил Гирыч. Хотя он бы его и получал Ну, так. типа Ну, там. шикарное окончание игры на самом-то деле получилось. Артстайл самый зажиточный игрок команды Нави. Все там по 6, по 5 слотов дорогущих. Парень просто с аганимом и обычным тряпичным Он сапогом. свой минимум выфармил, и он норм, ему хватает полностью. Ну да, вариантов, конечно, для убийства там этого гирокоптера было масса, и олейн от Веги Сквадрона не прошел. Там действительно даже из БКБ не факт, что гирокоптер бы со всеми справился, хотя, конечно, дитя араба они точно осилили, если бы он БКБшку прожал. Ну то такое, в любом случае от Нави это была очень хорошая, очень красивая игра, отбивались от пуша, выигрывали файт тогда, когда это было тяжело сделать. Ну и, конечно, отдельный респект, и отдельно можно выделить Синкинга от Санейка, потому что, ну, исполнил он как и на стадии early game, на mid game, и в лейте, ну, просто на протяжении всей игры он исполнял так, как должен был исполнять настоящий Синкинг на четвертой позиции. Ну, одна из лучших игр турнира, мне, наверное, добавить больше нечего. Это да, тут, конечно, спорить с этим сложно. Это была, дорогие друзья, только первая карта. Вторая начнется после короткой паузы. Нави против Вега. Вега, конечно же, имеет шанс для того, чтобы сравнять счет в этой серии, сражаться в третьей. Но посмотрим, удастся или не удастся. Мы с Вовой уйдем на короткий перерыв и к вам вернемся. Никуда не уходите, никуда не бегайте.